Ишиме завершается строительство главного городского объекта водоотведения. Проект масштабный. К нему приступили после аварии, когда грейдер, проводивший работы на улице Ишимской, провалился в обветшалую трубу старого коллектора. Потребовалось более 10 лет, чтобы заменить самотечную систему городской канализации протяженностью более 4 километров. Сейчас окончательный этап строительства. Осталось проложить последние 200 метров трубы на участке в разрезе улицы Ишимской и Карушина. Ход работ проинспектировал глава города. Он отметил, что к июлю объект будет закончен. И в ближайшие полвека проблем с канализационной системой не будет. Мы сумели очень хорошую разработать программу в городе по водоотведению. И, по крайней мере, значит, все многоквартирные дома мы перевели на центральное водоотведение. И общежитие, и многоквартирные дома. Когда мы начинали, начиная особенно с западного микрорайона, где у нас улица Крымская, Цветочная и прочее, до Ворошиловки, просто не было канализации. Сегодня это все сделано.